Ребята, всем доброе утро. Вчера получила вот такие вот патчи. С агавой, с баклажаном, с черникой, с водорослями. В общем, интересненькие такие патчи. Хочу сейчас их протестировать. Вчера положила их в холодильник, чтобы они были холодненькие. Вот такая вот баночка. Смотрите. Сейчас покажу, как они выглядят. Вообще, они такие классненькие, блестящие. Вот, посмотрите, я думаю, вам видно, что в патчах присутствуют блестки. Не знаю, мне не очень нравится. Здесь 60 патчей. И еще вот такая вот ложечка была в наборе. Очень хочу протестировать их и попробовать. А вообще сейчас перебрала тюльпанчики, некоторые тюльпаны повыкидывала. Так что с каждым днем наш букет становится все меньше и меньше, но все равно он очень-очень красивый. Кстати, красные тюльпаны мы уже выкинули, остались только желтенькие здесь стоять. И желтенькие еще, кстати, очень-очень хорошие, еще даже не раскрылись. Выложила сейчас видео на 12 часов. Закупалась в фикс-прайсе разными прикольными штучками и еще сделала себе новый маникюрчик. В общем, кому интересно, заходите, смотрите на канал Beauty Lika Life. Ну, а сейчас буду делать уроки. Собираемся сейчас в торговый центр. Хотим уже определиться с моим днем рождения, где будем отмечать. У нас есть две идейки. В общем, хотим сейчас заехать, хотим в несколько торговых центров и посмотреть там. В общем, я сейчас хочу поменять кулончик. Эйфелеву башенку я сняла. Лика тоже не хочу надевать. Вот думаю, или вот этот вот белый кристаллик такой прозрачный надеть. Или с топазиком. Это вообще на самом деле две мои любимые подвесочки. Я уже говорила, по-моему, что пчелку я вообще не люблю, потому что она какая-то неудачная, эта подвеска. Я ее надеваю, всегда что-то случается, или двойку получали, еще что-нибудь. В общем, эта подвесочка не нравится. Стрекоза тоже, честно говоря, не очень нравится. Вот такой вот камушек надену. Сейчас приехали в континент, и здесь хотим... Вообще все остановились. И хотим здесь посмотреть... Кёрлинг. Единственное, мы даже не знаем, на каком этаже, где он находится, а континент достаточно большой. Ой, смотрите, правда. Что, вот такая вот красота здесь. Здесь такая детская зона, мы поднялись сейчас на третий этаж. Правда, пока ничего не работает. Здесь зоопарк, там каток. Заходим. Здесь так прохладненько. Я вообще хотела день рождения отмечать в шортах, но походу я замерзну здесь в шортах кожаных. Здесь, смотрите, получается сколько? Две дорожки, да? Как раз нам это и надо, две дорожки, и будет как бы две команды, которые будут соревноваться. Пойдем узнавать все. На это число, когда у тебя будет день рождения, всегда облом. Да, только на 8 вечера, а на 8 вечера это очень поздно, тут минимум на 2 часика нужно, и поздно. Хотя здесь, смотри, ну да, там вот есть зона, где да, можно посидеть. Я хочу сделать фуршетный стол, и ну, чтобы то есть, играть и кушать. Ладно, здесь нам не подходит, значит, идем дальше. Только на 8 вечера, на час. На 8 вечера это... На час маловато. Час мало, но на 8 тоже поздно. Поздно, потому что и уроки надо делать. В общем, едем в другой торговый центр, а в другом там только гольф или кёрлинг? Нет, еще на это. Короче, здесь в этот день какая-то секция. Какие-то...
да. Учеба, учебные какие-то занятия. Учат заниматься. Получается, что... Получается, короче, с 3 часов до 8 занято. А Соня только тренируется? Ну, наверное, несколько занятий. С 3 до 8 вечера занято. Ты же не придешь сюда на утро, да? На нет, конечно. Часа. Сейчас хотим еще зайти в Моди и, в принципе, выходим с этого торгового центра. Он нам не подходит. Жалко, что будет тренировка в этот день, и никак не получится. И с 8 часов там только одна дорожка будет свободна, нам одной дорожки будет мало. В общем, зашла сейчас в Моди. Ой, здесь все так мигает, свет слишком яркий. О, нормально настроился. Ой, смотрите, какие красивые фоторамки. Вообще, в последнее время я люблю вот именно фоторамки, такие зеркальные какие-то или серебристые. Вот такие вот бутылки в виде лампочки. Вообще, в Моди очень такая оригинальная посуда и, в принципе, все товары оригинальные. Смотрите, какая подушка. Кошечка. Милана тут бегает, уговаривает на бургеры всех. Вау. Есть розовый и синий. Розочка такая, очень красиво все. Печенье с предсказаниями. Ой, а здесь еще больше сладостей. Посмотрите, какая водичка прикольная. В бутылке в прозрачной, как будто бы газировка, но смотрите, в прозрачной бутылочке, прикольно. Вот такие вот разные леденцы есть. Бомбочки разные. Вау, мыло! Клубника, мыло клубника. Смотрите, какое классное. Ручная работа. Мама, посмотри, какое мыло клубника. Ручка 6 цветов. Пушистая. Класс. Смотри, мыло клубника какое. А пахнет нереально вкусно. А есть еще мыло манго. Смотрите, какое красивое. Ага. Как вкусно пахнет. Кстати, вот это вот мне не очень нравится. У меня еще сладкое осталось. И, честно говоря, мне не очень нравится. Кстати, Слаш много чего пооставалось. Да, Ребята, посмотрите, какие классные подушки. Все офигенные, с глазками. Кстати, очень-очень приятные. Не сыпется-то. Но все равно прикольно. Есть еще такой красный и синий. Класс. Мы решили перекусить. Заказали 2 картошки фри. Мама, наверное, себе заказала салат. Сырный соус. И вот такое вот ведро. Здесь крылышки, стрипсы и ножки. В общем, всем приятного аппетита, кто кушает вместе с нами. Приехали в следующий торговый центр. И здесь есть гольф. Мини-гольф. Мини-гольф, да. Смотри, здесь есть столик. Ты умеешь играть? Нет. Ну слушай, я и в кёрлинг не умею играть. В кёрлинг я играла. И в гольф надо, Я и в гольф не умею, и в кёрлинг не умею. Вот будем пробовать. Здесь, в принципе, можно принести свою еду, только нужно будет потом сами убрать. Ну, как везде, а фонтанчик, он работает или нет? Интересно. Ну, это, скорее всего, фонтанчик здесь, такие стульчики стоят. В общем, ребята, я в этом торговом центре с кёрлингом облом, потому что его уже здесь нет. На этом месте Антошку да. Поставили. А был раньше кёрлинг. А может, его туда перенесли? Там закрыто все. Мы еще сейчас ездим в еще один торговый центр, где есть кёрлинг, и посмотрим там. Может быть, там нам повезет. Мы приехали сейчас в Балканский, пойдем в айс-парк. Мы, честно говоря, там вообще не были, как-то его даже не замечали. А у нас пошел дождик, и такая, фу, плохая погода, не люблю такую погодку. Прям настроение сразу пропадает. Это я покупала этот сникерс, а еще в метро. Нет, мой сникерс. Я покупала. Да подождите, это я покупала. Я поделюсь всем по кусочку там. Вай, где фокус? А для папы скажу, а? Я. Это я в метро покупала. Мы уже
уже поднялись на третий этаж. Здесь есть и каток, и веревочный парк, и кинотеатр «Мираж». И дальше там... А как «Мираж»? «Мираж». А. Дальше там... Это просто сосуд. Да-да-да. Дальше там качельки. Ну а мы все ищем и ищем. Вот он, смотрите, айс-парк. Здесь можно коктейли, мороженое взять. Здесь покататься. Как раз, мне кажется, подойдет, да? Ура! Ура, ура! Слоник, слоник. А здесь, кстати, еще и кир есть. Коньки, а про кёрлинг я вообще ничего не вижу. Браслет плюс коньки. В общем, ребята, и здесь кёрлингом облом, потому что его здесь закрыли. В общем, получается, в Питере всего кёрлинг. Ну, два. Один очень далеко, а один кёрлинг, но там занят для нас день, который нам нужен, он занят. Ну что, ребята, мы уже дома. В общем, кёрлинг у нас накрылся, потому что его нигде нет. Гольф мне, если честно, не очень понравился, поэтому в итоге я не знаю, где отмечать день рождения. Пишите в комментариях свои идеи, где можно отметить день рождения. Может быть, вы подскажете какую-то крутую идею, и мне понравится. Ну, а на этом всем большое спасибо за просмотр, и пока-пока!